Диана Айрян, город Ереван, служение Israel International. Давайте мы поприветствуем сестру. Здрасте. Я очень рада находиться вместе с вами здесь. Но до того, как я представлюсь, я хочу вам пожелать вам кое-что. У меня такого этого нету, чтобы каждой церкви говорить. Но когда пастор говорил о 10 девах, 5 мудрых и 5 немудрых, но и мудрые спали, и немудрые спали. Но я хочу пожелать вашей церкви, там говорить еще о третьем моменте, тот, кто кричал, жених идет. Я хочу, чтобы ваша церковь была вот этим. Не в этих 10 девах, а тем, кто кричит, Иисус идет. Аминь. Я Диана Айрян из Армении, я из церкви Слово Жизни Артура Симоняна, пастора, я не знаю, вы знаете или нет. Да, я 26 лет назад покаялась, 26 лет служу в этой церкви, я являюсь работником этой церкви. И плюс я 24 года служу в организации Ezra International, которая помогает по всему миру евреям уехать домой. Почему мы это делаем, как мы это делаем, для чего это делаем? Для этого есть большой семинар «Церковь и Израиль», почему церковь должна быть вовлечена в это, но я не хочу не говорить об этом. Я просто хочу представить нас, потому что после меня останется Любка Танчева, Болгария, она живет в Софии, вы можете иметь с ней контакт, и она все вам расскажет, как это работает. Но чтобы было понятно, я скажу, что мы делаем и как работаем, и почему мы это делаем. 2 минуты буквально. Исайя 49 говорит, так говорит Господь Бог. 49:22. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесу сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. Было 2 исхода. Один исход был из Египта. Бог использовал Моисея. 2 исход был из Вавилона. Бог использовал царя Кира, помните. Сейчас 3 исход, который начался с 1948 года, после войны, возвращение в Израиль. И Бог говорит, он уже не будет использовать одного человека, или одного, а всех людей земли, которые верят в Иисуса Христа, которые есть Церковь Божия. И они на руках и на плечах понесут его детей домой в Израиль. И я хочу вам сказать, сколько мы уже детей Божьих на плечах унесли в Израиль, помогли уехать. Значит, Ezra начала свою деятельность в 1995 году в Украине. Мы работаем в следующих странах. Украина, Россия, Азербайджан, Аргентина, Бразилия, Грузия, Венгрия, Казахстан, Молдова, Турция. Турцию мы начали 7 лет назад. Я начала в Турции. У нас из Турции уже большой плод. Мы еще работали в Иране. Мы помогли более чем 55 тысяч евреев уехать домой. Это прошлогодняя статистика. И несколько лет назад, 2 года назад, мой шеф, босс из Шотландии, она увидела видение 10-12 лет тому назад, она открылась, 2 года назад она рассказала об этом, что Бог сказал, что мы должны помогать в Болгарии евреям уехать домой. Она тогда даже не знала, есть ли такая страна. Она открыла карту, посмотреть, где Болгария, что Болгария. И когда она вспомнила об этом видении, звонит из Иерусалима представитель Сахнута, и говорит, что мы хотим, чтобы вы начали работать в Болгарии, потому что у нас там очень много евреев, и мы хотим, чтобы Диана поехала туда и работала с ними. Если у нее получилось в Турции, получится и в Болгарии. И как раз Патриция Фрем, она мой босс, она вспомнила, что у нее было такое видение. И вот мы 2 года назад начали свои первые движения в Болгарии. У нас очень практическая работа, мы находим евреев, мы говорим о Божьем Завете, и мы финансово помогаем им уехать. То есть
мы не организовываем конференции, мы не пляшем, мы не танцуем, мы не поем песни еврейские, мы не просто говорим, как любим тебя, Израиль, но мы делаем конкретную работу. Ищем евреев, находим их и помогаем восстановиться в Израиле. И я верю, что в каждой церкви у Бога есть люди, у которых в сердце есть Израиль, которые хотят молиться, которые хотят что-то делать, но не знают, как делать. И поэтому это не просто так, что мы... Я сегодня, когда мы пришли сюда, я даже не думала, что пастор даст мне слово говорить к вам, но без Бога ничего не бывает. Если я сегодня здесь стою и говорю, значит, для кого-то это нужно для будущего служения. Аминь. Спасибо пастору, спасибо за вас. Можете в конце подойти к Любку Танчеву, она болгарка, она в Софии живет. И можете потом подойти ко мне тоже. Спасибо за внимание.